Старая мудрая пословица гласит: «Тише едешь, дальше будешь». Именно эту простую истину сотрудники госавтоинспекции доносили автомобилистам, проезжающим транзитом через нашу область. Водителям напомнили о соблюдении правил дорожного движения за рулем транспортного средства, о соблюдении скоростного режима, недопущении выезда на полосу встречного движения там, где это запрещено, а также напомнили о соблюдении режима отдыха при поездке на дальние расстояния. Во время длительных поездок лучше всего делать остановки, пусть и непродолжительные, поскольку из-за жаркой погоды и от долгой монотонной дороги скорость реакции водителя замедляется, может появиться сонливость и, как следствие, случится ДТП. Взрослым рассказали о действенных способах, как не уснуть за рулем, а маленьким пассажирам дорожные полицейские вручили тематические памятки. Приятным бодрящим бонусом от саратовской госавтоинспекции для гостей стала прохладная питьевая вода. Всего доброго, хорошего отдыха, до свидания. Анатолий Чернов, Анастасия Потапова, Расул Ибрагимов, дежурная часть, Саратов.